И о ситуации на дорогах. За минувшие сутки в регионе произошло 25 ДТП, в которых 6 человек пострадали и один погиб. Смертельный случай произошел на трассе Цивильск-Ульяновск. Подробности по телефону рассказала Екатерина Мишурская. Водитель, мужчина 77 лет, управляя автомобилем ВАЗ-21074, при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо автомобилю Mitsubishi Galant под управлением водителя, мужчина 19 лет. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ-21074, женщина 70 лет, от полученных травм скончалась на месте ДТП.